Сегодня мы с вами будем менять маслонасос. Ну или вообще посмотрим, что там будем ремонтировать. Маслонасос на бензопиле Патриот 4518. Вот, маслонасос у нас находится под звездочкой и сцеплением. Соответственно, нам надо снять сцепление, снять звезду, и только тогда мы доберемся до маслонасоса. Вот, чтобы снять сцепление, мы скручиваем свечку. Натягиваем запускной канат. Вставляем в свечное отверстие чуть-чуть повыше поршень. Вставляем в свечное отверстие немного каната. Мы это делаем для того, чтобы заблокировать нам поршень, ход поршня. Вот. Теперь я одену рукавичку. И будем мы с вами скручивать обычным ключом от болгарки, скручивать будем сцепление. Сцепление скручивается по левой резьбе. Открутили. Сняли звезду. И сейчас посмотрим, что там у нас. Снимаем привод. Это вот эта вот пластиковая часть. Это называется привод маслонасоса. Вот. И сразу же мы видим на приводе повреждения. Эти повреждения необратимы, их никак нельзя отремонтировать. Единственное решение — это полностью заменить привод. Поэтому, скорее всего, маслонасос у нас в порядке, но мы его все равно сейчас посмотрим. Он может быть там заблокирован, вследствие чего этот привод слезало. Вот. Немного я здесь тирану вот это вот все гадость. Вот они у нас винты крепления крышки. Здесь, по-моему, у нас шестигранничек на 3 идет, да. И мы его откручиваем. Эти подзастряли. Звездочку брать побольше. Сейчас, секундочку. Так, звездочка наша, ага, берет побольше. Я взял, а здесь нет, здесь у меня повезло, винты стоят под отвертку, под плоскую подходят они. Так. Откручиваем и снимаем крышку. Ну, маслонасос на удивление все чистенько. Подтекает немного вот здесь. А, ну видите, болтается весь. Понятно. Все. Шланг слетел, потому что он болтается. Я его сейчас туда. Давайте снимем, потому что надо все проверять. Снимем, посмотрим, что там. Ну, скорее всего, да, вот он болтался и разболтался так сильно, что шлицы перестали попадать на привод и слезали привод.
То есть я думал мусора, а здесь оказывается причина немножечко в другом. Масло у нас, скорее всего, в порядке, потому что крутится легко, без всяких заеданий. Мы его на место и поставим. Бывает вот этот вот выскакивает из-под низа. Вот этот патрубок. Он, да, здесь немножко так поплотнее его туда посадим. Сапунчик у нас хороший. Так, ставим на место его. Так, и прикручиваем. Ну да, открутился просто от вибрации. Боялся, что резьба. Но резьба вроде нормальная. Подтягиваем получше, но не срываем. О, достаточно. Немножечко я вытру вот эту вот пластмассочку от всех этих опилок. Так, ставим на место. И прикручиваем. Так, и последний, третий. Как видите, проблема была комплексная. То есть, если бы мы просто увидели эту пластмасску и не разбирая вот этой части, просто ее бы поменяли, соответственно, у нас бы ничего не вышло, потому что маслонасос болтается, и он бы нам новую пластмасску, новый привод просто уничтожил. Одеваем новый привод и собираем назад. Так, а именно берем подшипничек, берем звезду нашу. Установим шайбу. Да, хоть так, вот так давайте положим. Так, и закручиваем сцепление. Отпускаем запускной канат, подтягиваем сцепление. Угу. Вкручиваем свечу. Сейчас пойдем попробуем заведем, посмотрим, как у нас масло подает, а потом соберем весь пластик. Небольшое дополнение. С чем мы столкнулись? Мы сейчас закрутили
когда сцепление, я сразу не обратил внимания, не попробовал. У нас звезда, она не крутилась. Это произошло потому, что сама вот эта часть, я сейчас откручу, покажу. Вот этот вот привод, он оказался чуть-чуть потолще. И, соответственно, когда мы прикрутили наше сцепление, звезду просто зажало, потому что он толще. Вот, я покопался, такого тонкого у меня нет сейчас в наличии. Вот, что мы делаем? Мы берем звезду и немножко стачиваем вот этот край. Она у нас, когда сюда садилась, здесь была щель, то есть она до конца не садилась. И была примерно миллиметровая щель. Сейчас я вот этот край вот сточил на обычном наждаке. И, как мы видим, она садится четко. То есть у нас миллиметр, вот так было где-то миллиметр, теперь садится четко. Соответственно, у нас она опустится и уже зажимать не будет. Вот ставим на место, все быстренько собираем. Так, закидываем шайбу. И прикручиваем это дело. Запускаем запасной канат, чтобы нам не оторвать его. И подтягиваем. Вот видите, у нас теперь звезда крутится отлично. Вот. И ничего не зажимает. Вот теперь точно идем, заводим и пробуем. Так, дорогие друзья, вот он наш с вами Патриот 4518, на котором мы поменяли привод маслонасоса, вот эту вот пластиковую штуку, и на котором мы поправили маслонасос, потому что он был откручен. Сейчас мы заведем и посмотрим, подает ли масло. Все, как мы видим, масло идет отлично. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт www.tool.ru. Всем удачи, пока.